Смотрите, какие зубы у нас. Вот такие. И мы тут вымуем, как это называется? Мощности. Мощности. И начинаем от, как мне говорил мастер темату, начинаем от скрзали. Скрзали, то есть жабр по-русски, да, жабр. То есть скрзали по-польски. Добрый. Все выняли. На концу тут есть такие вкусняшки, которые по-русски называются молоки. Это присмак, присмак для моряков. Дай мне миску, там белая моя. Белая миска. Окей. Только молоки там есть, там еще печенка есть. А, еще печенка. Печенка, мантропка называется. Дай тоже еще раз. Да, классная рыбка, горошка. Вот наши зубы опять. Вымуем. Это страшная жертва, которая отдыха нас была. То есть молоки? Да там икра наверняка есть. Икра внутри, икра, да? Я добавляю тут и себе эксперты бы надо сделать. Ладно, это. Сейчас пойдет до приправления. Куски тут рыбки не маю. Не знаю, что есть. Но рыбки тут куски не маю. Да блин, ты что же это? Обирать не надо. Королевская рыба. Берешь ее и сразу готовишь. Бабы так назвали. Не надо луску чистить. Ваше здоровье. Картошечка обычная, нормальная. Рыбка еще в дороге. Кингфиш. Королевская рыбка. Королевская только она из-за того, что ее не нужно от луски чистить. Это я вас уверяю. Вкус, как у другой нормальной рыбы. То есть, вот. Ваше здоровье. С приветом, Гоа. Эдвард. А, Роб, забыл разрекламировать, это Old Monk, 175 злотых, рупий. Чили? Короче, вообще очень мало. 10 злотых. 2 доллара, 10 злотых. Вообще, ребята, вкусное такое для девочек, типа того, что. Ну, мальчики тоже пьют. Кава з румом обов'язково, з тим Old Monk. Враження духове, Old Monk, мніші, медитація, доświadчення духове, всі ці справи. Кава з румом, Old Monk, напевно, доświadчите. Так, нездоровий образ життя, реклама. З утра бухаємо, типу, Old Monk з кавком. Ну, що ж. Везде есть свои эти плюсы и минусы. Гоа вас ждет, ребята. Серьезно, это классно здесь. Давайте, счастливо. Сейчас прошел курс. Обираем инженерку.